В свое время там я в Москве вертелся с художниками-концептуалистами московскими, давно-давно. И там пересекаться стал с Гариком Сукачевым, и как-то мы с ним очень задружились там какое-то время. Он тоже начинающий такой был, достаточно мэн. И, в общем, мы начинали договариваться сначала, что я буду художником, конечно, с Гариком Сукачевым. Как-то мы с ним познакомились так. Он говорит, иди ко мне в художники. И даже присылать мне стал какие-то тексты, чтобы я уже работал над материалом. Я ему там помог сделать какой-то концерт, один художественный тоже оформить в Москве. И он сказал, что мне все это очень устраивает, тоже какую-то рваную бумагу, ну, в общем, такое какое-то очень интересное было тоже оформление. Пока он пел и играл, я мял газету, у меня было немеренное количество газет каких-то мне притащили. Я их мял и бросал. И пока он там пел несколько песен, забросал все мятыми газетами, и все это приобрело такую хорошую, такую художественную вот, панковскую фактуру, да, ну, такой вот жест, все сошлось. Договаривались, конечно, что я буду работать с Гариком Сукачевым. Но дело в том, что где Гарик, а где я? Я-то здесь. И, конечно, так у нас не срослось нормальная работа. Потому что списываться это все как-то очень тяжело организуемо. А здесь-то я просто свистни, и я есть. Вообще организовывать не надо. Все как-то очень органично по месту. В общем-то, вот я вспоминаю еще вот такую параллель началась с Гаркуши. В смысле, с Гарика. Господи, все запуталось.